Привет. Проходите. У меня здесь назначено интервью. Меня уже ждут? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как поживаете? Fine. Хорошо, спасибо. Я сяду здесь? Да, если хотите. Okay. Хорошо. Майкл... Майкл, здравствуйте. Я Алина, журналист. Извините, это не тот столик. Извините. Проходите сюда. Извините, я принял вас за другого человека. Извините. Проходите сюда. Так глупо. Я Алина. Как у вас дела? Хорошо. Если вы не против, мы снимем пару фото нашего разговора во время интервью. Конечно. Хорошо. Что ж, Майкл, вы действительно очень известный актер в Украине. Правда? Да, много людей вас знают. Больше, чем в родной стране. Может быть, так и есть. Как сказать? Вы впервые в Украине? Нет, я был здесь пару лет назад. Кстати говоря, когда я приезжал, в аэропорту меня встретили, кажется, ангелы ада. Такой киевский мотоклуб. Было по-настоящему круто. И один из них дал мне проехаться на своем. Все они были на байках, и был хаммер для меня. И вот еду я в хаммере, потом прошу остановиться и говорю, можно мне взять один байк? И один из парней действительно позволил взять свой. И так я ехал с ними до самого города. Вау. Да, круто было. А, Маша, проходи. Маша еще сделает всего два фото. Общие. Хорошо. Отлично. Много ли у вас планов на будущее? Я имею в виду, например, может, в киноиндустрии, киносъемки. Скоро выходит большой вестерн со мной. Я только недавно работал над картиной о ковбоях с Квентином Тарантино. Она называется «Омерзительная восьмерка». Я наконец-то подстригся, потому что в фильме волосы были длинные, и то и дело смахивал все. Вот так приходилось делать. Но почему же? Это ваша стиль. Стильная фишка, когда такой входите и делаете так. Смотрится очень круто. Вы знаете, что у нас есть ресторан под названием «Тарантино»? Там есть много фото из фильмов. Я слышал о таком. Да, да. Такое есть в Сан-Франциско. Ух ты, правда? Что же Тарантино? Я и не думала. Хорошо, можешь идти. Извините, она уже уходит. Я... Это меню? Пожалуйста. Желаете что-то заказать? Да, да, да. Желаете сразу сделать заказ по напиткам? Сейчас, секунду. Можно бокал вина? Бокал вина? Хорошо. Я буду белое вино. Белое вино? Белое вино? Стаканчик. Бино бланко. Кучма? Которое? Например, шардоне. Шардоне белое. Шардоне белое? Было бы чудесно. Да? Все. Okay, это все? Заказать вам что-нибудь? Спасибо, нет. Извините, пожалуйста. Простите, вы же Майкл Мэтсон, правильно? Yeah. Да. Я вас сразу не узнала. Вы мне очень нравитесь. Можно попросить автограф и фото? Сделать фото? Да, конечно, конечно. Если можно. Вы не против? Нет, конечно. Здорово. Давай ей камеру. Вот на вот эту. Угу. Хорошо, подойдите сюда. Да. Спасибо большое. Конечно, не за что. И если можно, автограф для меня. Конечно. Можно вашу ручку? Yeah, sure. Да. Как вас зовут? Аня. Вот, держите. Спасибо вам. Пожалуйста. Я много чего придумал сам. Наверное, я один из тех немногих актеров, которые могут себе это позволить. Презент от нашего шефа. Это комплимент от шефа. Хорошо. Я не в курсе. Вы не вегетарианец? Нет, нет. Если не хотите, пробовать не обязательно. О, нет, я попробую. Это как бы японское блюдо в украинской интерпретации. Роллы с салом. Они не горячие? Может, подогреть? А, может, подогреть, спрашивает, потому что не холодные. По желанию можно все что угодно. Подогреть. Она говорит, что если хотите, можно подогреть. Подогреть, да? Да. Попрошу вас разогреть. Знаете, Украина всегда... ассоциируется с салом. Что случилось? Нет-нет, все хорошо. Вы
Ты знаешь этого парня? Да, он немного сумасшедший. Да все хорошо. Боже. Ну, вот это все, что мне сейчас нужно. Я защищу тебя. Спасибо. Просто мне его жаль. А что же случилось? Ну, он вроде как мой бывший муж и... Вроде как? Ну да. Он бывший или не бывший? Муж, но... Вы знаете, как это бывает. Вот фанаты к вам как прилипнут. Он знал, что вы здесь? Он пришел сюда, потому что вы здесь? Ну да, он все время липнет ко мне. И что, он тебя обижает? Да, нет, сейчас нет. Что ж, сейчас? Хотела поинтересоваться. Я пырну его вилкой. Делов-то. Вот твое оружие. Привыкай иметь при себе. Да, применю его вот так. Да. А полиции скажу, что это вы меня научили. Можешь сказать им все, что хочешь. Какая здесь полиция в Украине? Хорошая. Это он. Что там написано? Бред. Что там? Он любит меня, всегда такое вытворяет. Он просто слишком... Он слишком много времени уделяет. Он и правда тебя любит. Это выводит меня из себя. Что он написал? Признание в любви? Да. Арбуз. Боксер мэр города, Кет Думчева. Он вообще-то не должен тебя тревожить на работе. Это все просто безумие. Выглядит он совсем безобидно, честно. Иногда безобидный, а иногда... Это меня просто достает. Да, я знаю. У меня здесь такое важное интервью, а он... Так, все, простите, давайте забудем об этом. Люди знают вас как героя боевиков. Да. Может быть, у вас есть какая-то мечта? Ну, сыграть там классическую роль, что-нибудь из Шекспира, к примеру. Нет, мне не интересен театр. Лен, скажу вам, в театре не заработаешь. Лен. Эй, мужчина, это вы там были? Я там стоял, я посадил репку. Молодец. И ты переведи, что я посадил репку. Что дальше? Репка выросла. Хорошо, что дальше? Пришел дед. Ну? Ну, вытянул репку. Вытащил? Потом бабка, нет. Слушай, давай, иди. А мышку? Иди, горбуз. Мышку бы позвал. Горбуз, мышка. Сама горбуз, пипетка. О, да ему плохо, бедняга. Вот чего он лезет? Постоянно заставляет страдать. Нет, это, конечно, никуда не годится. Налей мне травы, зеленой травы. Любовь – сложная штука, не так ли? Это... Солнце, все в порядке, я был трижды женат. Вот видите, я знаю, что вы чувствуете. А детей у вас нет, так ведь? Нет, нет. Он не смотрит сюда? Он, кажется, что-то ест. Боже мой, ненормально. Ест что-то. Ладно, давайте я... Шуруп. Один шуруп. Маленький шуруп. Ну, пупок же развяжется. Мое скрипт... Шурупов не... нет. Не... Шуруй, куда гусь и зовет. Понял? Все. И не давай. Ну, быстро! Пиздец, не... Мужчина, вам лучше уйти. Давай ты не будешь мне рассказывать, ты вот развернешься и туда пойдешь. Тебе Смоктуновский важнее? Смоктуновский? Давайте в другой раз, потому что у нас сейчас интервью. Все, я... Помогли тебе твои ляжки? Эй, перестань. Нет, нет, нет. Она моя дыня. Не трогай ее, мужик. Это моя дыня. Горбуз. Сама горбуз. Почему бы тебе не убраться отсюда? Уходи со мной. Уходи со мной. Убирайся отсюда. Эй, ты, выметайся вон. Жест жестокий. Говорю один раз, сейчас вышел. Убирайся. Я понял, но... Уходи, тебе говорю. Арбуз! Прости. Дыня глупая. Извини. Нет, это вы меня извините. Какой мудак. Он сирота. Я не виню тебя, милая. Он сирота, и мне его жаль. Сирота? Ваше разогретое блюдо. Он поднимал руку на тебя? Нет, нет. Давайте просто продолжим интервью. А где он? Куда он делся? Тот парень ушел? Он ушел, он спрашивает. Он наверху. Да, да, он где-то наверху. Наверху. Он же не бросит стул мне на голову, правда? Я просто забыла схватить вилку. Не хочешь покушать? Нет, спасибо. Сало и жир – это наши национальные продукты, а я вроде как бы вегетарианка. Да? Да. Как бы? Да.
Да или нет, третьего не дано. Я пытаюсь ее быть. Моя тетя из Америки вегетарианка. Что там внутри? Жир. Жир? Начинка из жира? Да, не слышали о таких? Жирные роллы? Да. Запах не очень. Какой-то странный. Может быть. Да, и я вообще-то не голоден. Хорошо. Ничего, я это очень ценю. Развратная дюймовочка. Я говорил, он что-то такое вычел. Дегустрируй курицу. Весельчак. Мужик, убирайся отсюда. Буратино, этот, как его, уролог. Никулин, я не боюсь вас. Клептомания. Ты когда отдавалась Пьеро, что ты думала? Проваливай. Что? Что он сказал? Убирайся. Я, между прочим, вот так вот. Последний раз говорю, проваливай. И что будет? Дай же мне закончить дело. Честь. Ты стоматолог просто. А я, знаешь, я настоящий уролог. Один на... Я сейчас поднимусь и достану тебя, если ты не уберешься отсюда. Я ничего не понимаю, но я буду биться с тобой. Пьеро. Тихо, тихо, секундочку, слушай. Давай без этих, без этого. Стоп, вам это сюрприз, понимаешь? Я выброшу тебя за дверь прямо сейчас. Давай без этого. Стоп, это сюрприз. Розыгрыш! Мы вас разыграли. Программа «Вечерний Киев». Программа «Вечерний Киев». Мы вас разыграли. Вот это да. Иди сюда, Стас. Иди сюда. Все в порядке. Я думал, догонит. Ты вылитая Ума, боже. Ты могла бы быть ее дочкой. Благодарим вас. Вот, возьми. Ты уж извини. Спасибо всем. Было очень даже весело. Теперь можете стать вот так, как Кличко, наш украинский мэр. Да, вот так. Последнее фото. Глаза в глаза. И посмотрите в его глаза.